13 июня. Соя. Сорт Prudence, прямой посев. Правда, здесь была собрана солома, то есть затюкованная, вывезена с поля. Пожневных остатков здесь не так много. В целом это сильно не мешалось посевной, даже когда были осадки. Ну, кстати, вот есть здесь участок, где был именно рядок за комбайном. Соя в зоне как раз половы, и пожневных остатков, конечно, бледнее, чем между. Хотя на этом поле солома убиралась. По-хорошему, поле должно выглядеть так, если солома бы осталась полностью на этом участке, еще была равномерно распределена. Видно, что здесь уже есть переуплотнение местами. Лопатка особо не лезет. Влага есть. Может быть, из-за этого, из-за влаги. Есть клубеньковые бактерии. Соя в фазе двух-тройчатых листьев. В целом так выглядит здорово. Здоровый. Без проблем. Растет и развивается. Сорняков здесь нет. Здесь был глифосат перед посевом. Также базокран пустхармы. Действие базограна вот как раз заметно сейчас. Вот здесь помягче. В целом, хороший посев. Достаточно ровный. Благодаря тому, что здесь уже соя сеялась уже в середине
в середине мая, уже когда стало приходить тепло, здесь были дружные всходы. И здесь вот именно по посеву это заметно, потому что нет сильно отстающих. То есть вся соя, она похожа практически на всей. Это два листа тройчатых.